Но, думаю, это все. Ха. Только не говори, что я тебя не предупреждал. Что ж, я собираюсь в Грилбе. Папирус, тебе что-нибудь нужно? Санс! Санс, ты никчемный неряха! Вставай! Мы опаздываем! Не будь таким драматичным, Санс! Я знаю, это ужасно, что ты снова опаздываешь, но это не причина кричать каждый раз, когда ты просыпаешься! Сорян, босс. Должно быть, мне приснился еще один сон о мороженом. Не начинай ужасно шутить со мной, Санс! Никогда мы оба опаздываем! А теперь поторопись и надень куртку! Человек может упасть в любую секунду! И я не пропущу этого, потому что мой брат-идиот решил проваляться в своей постели все утро! Думаю, было бы довольно голо с моей стороны идти без нее. Санс! Теперь, Санс, убедись, что ты не заснешь в этот раз! Это называется охраной, потому что ты должен охранять! Ты действительно работаешь на меня до мозга костей, босс. Санс! Не засыпай! Мне нужно заняться своими головоломками. Эта запутанная погода, скорее всего, снова покрыла их снегом. И это для тебя, Санс. Держи, завтрак и ланч. Любезно с моей стороны. Босс, у тебя не было-то... Очевидно, что нет. Но я не могу допустить, чтобы ты пропадал на работе. Что, если сюда придет человек, а ты всего лишь кучка бесполезной голодной пыли? По крайней мере, я бы хорошенько чихнул. Я должен идти. Я и так уже опаздываю. Мои ловушки ждут. Мне нужно откалибровать их немедленно. И убедить в том, что на этот раз ты съел все, Санс. Никакого обмана с Грилби. Не есть мою вкусную лазанью было бы худшей возможной вещью. Я постараюсь переварить все это. Санс! Все не так, босс. Никогда больше не есть твою восхитительную лазанью. Было бы худшим из возможных вариантов. Клянусь, с каждым разом у тебя получается все лучше. Это что-то новенькое. Что ж, снежная причина отказаться от хорошего сна. Запись номер 17. Темно еще темнее. Тьма продолжает расти. Тени режут глубже. Показания фотонов отрицательны. Этот следующий эксперимент кажется очень, очень интересным. Что вы двое думаете? Санс! 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 Привет, босс! Что случилось? Ты заснул! Что я говорил о засыпании? Никогда не отказывайся от своей мечты! Босс, что это за хрень? Это твое новое задание, Санс! Здоров, приятель. Что? Разве ты не знаешь, как встречать нового приятеля? Нету здесь никаких приятелей! Ты находишься под стражей! Ты уже знаешь, что я не из тех парней, которые сопротивляются отдыху. Санс, что я только что сказал? Извини, босс. Вупс, думаю, что это действительно застало его врасплох. Санс, прекрати смеяться и начни слушать своего капитана! Эй, придурок, заткнись. Похоже, я продолжаю связывать тебя по рукам и ногам. Извини, приятель.
Сэнс, если ты не хочешь быть брошенным в камеру пыток вместе с ним, закрой свой рот и отнесись к этому серьезно! Я отношусь к этому серьезно, босс. Правда. Я нашел этого идиотского монстра, похороненным в снегу, спящим на вершине одной из моих ловушек. Я никогда в жизни не видел такого глупого скелета-монстра. И я понятия не имею, как он прошел мимо всех постов охраны невидимым. Мне нужно, чтобы ты отвез его в камеру пыток для меня. Я еще не закончил очищать свои ловушки, и мне нужно допросить его, как только я закончу. Глупо выглядящий скелет-монстр выглядит так же, как глупо выглядящий скелет-монстр. Конечно, босс. И тебе лучше охранять его как следует, пока я не вернусь. Что-то в его тупом лице заставляет меня чувствовать, что он хорошо умеет сбегать. Тупое лицо? У него такое же тупое лицо. Верно. А что касается тебя, смейся сколько хочешь сейчас, дурак. Но скоро я полностью сотру эту идиотскую ухмылку своего слабого жалкого лица. Быть моим заключенным – это серьезное дело. Слабое жалкое лицо имеет такое же слабое жалкое лицо. И Санс, я доверяю тебе это очень важное задание. Не просри его. Тьфу, тупоголовый. Бесящий босс заставляет делать меня больше работы. О чем он думает? Эй, как тебя зовут, придурок? Ругаешься? Мог бы поклясться, что я не из таких. Перестань делать дерьмовые шутки и ответь на гребаный вопрос! Ну уже, приятель, только не говори мне, что ты еще не понял этого. Понял что? Я никогда не видел тебя раньше. Я почти уверен, что заметил бы улыбчивого маленького засранца вроде тебя, прогуливающегося здесь. О, я думаю, ты видел меня больше раз, чем можешь сосчитать. Перестань быть задницей и скажи мне, откуда, черт возьми, взялся еще один скелет? И почему мы так чертовски похожи? Не надо злиться, приятель. Не с ответом прямо перед твоим лицом. Тьфу. Ладно, не хотел этого делать. Но если ты собираешься быть задницей по этому поводу... Что? Нет. Не может быть... В чем дело? Нечего сказать? Или просто вид моей души оставил тебя без слов? Санс, не воспринимает это всерьез? Как? В смысле? Как? Ты знаешь, о чем я? Какого черта ты... Я... Мы... Как мы можем быть одной и той же личностью? Ну, мы не одна и та же личность. Мы, безусловно, похожи, но... Ну, знаешь, красный — это не мой цвет. Хотя, я должен признать, я серьезно вкопался в мех. Ты не думал перекрасить капюшон в розовый? Ладно, допустим, я тебе верю. Хоть это и неправда. Тогда откуда ты, блин, взялся? Не знаю точно, как я сюда попал. Только что я наслаждался игрой в пятнашки на ножах. Но... Следующее, что произошло... Я проснулся в снежной яме удобной формы с совершенно другой версией моего брата, угрожающего дать мне хорошую трепку за то, что я дремал на одной из его ловушек. Они на самом деле очень похожи, теперь, когда я думаю об этом. Санс, ты ленивые кости! Ты идиотский монстр! Подожди, у тебя тоже есть брат? Да, почему бы ему не быть? Если есть две версии нас, то почему бы не быть двум версиям их? Насколько я могу судить... Есть две версии всего этого. Хотя я и не пролил тебя, наша тюрьма намного лучше. Так, то, что ты говоришь. Альтернативные вселенные штуки. И как-то другой версии меня получилось добраться до моей вселенной и застрять здесь.
О, так ты тоже слышал об этой теории? Да, я слышал об этом. Я почти уверен, что я знаю, почему мы оба подумали об этом. Так почему бы тебе не перестать выеживаться и не перейти к делу? Санскелет номер два. Как, черт возьми, заставить машину работать? И что, черт возьми, ты сделал, чтобы наконец-то выйти из своей перезагрузки?